Всем привет, шпаклюю тут дверь после рихтовки. Немного поговорим о шпаклевании. Никого учить не собираюсь, просто расскажу, как я делаю. Может, кому-то это понадобится, кому-то будет полезно. Мастеров, как известно, у нас много. Все работают по-разному и все делают тому, как удобнее. Как мне удобно, я сейчас расскажу. Начнем с того, как вообще размешивать шпаклевку. Отвердителя в нее не надо много класть. 2% всего. То есть, если вы там 20% нафигачите отвердителя, потом он просто высветлит базу, со временем появятся на детали, например, на серебре желтоватые пятна такие, я видел такие пятна. Это много отвердителя в шпаклевке. Достаточно 2%. Вот. Можно чуть побольше, но без фанатизма. 10% это и то уже много. То есть, 10% будет высветлять краску. Замешиваю я на таком шпателе, куплен в Леруа, штукатурный шпатель. Держать удобно, мешать на нем удобно. Любое, в принципе, количество шпаклевки, кроме сразу килограмма. Сколько мне надо, в принципе, большое довольно-таки количество, все на этом шпателе удобно размешивается. Второй шпатель, это шпатель с набором, в магазинах продают. Лапа у меня не такая большая, пальцы короткие, поэтому я срезал. Здесь такая еще пластиковая фигня, я ее убрал, поэтому мне удобнее так. У кого лапа большая, пальцы длинные, тем можно и с пластиковой этой фигней работать. После того, как поработали со шпаклевкой, кто-то, допустим, растворителем их протирает. Есть специальный аппарат, то есть очиститель, такая коробчонка, туда шпатель пихаешь, и он там с растворителем все очищает. Но я не люблю и вам не советую сильно много контактировать с растворителем, это вредно для здоровья. Поэтому шпатель я очищаю канцелярским таким ножом. Вот эти шпатели уже год не чищены. Вот как есть, я работаю, вот так все ножом счищаю и нормально получается. Единственное, что я с растворителем промываю, прочищаю хорошо, это вот такие длинные шпателя. Вот этот тоже куплен в Леруа для подрезки обоев. Им шпаклюю площадя большие, но опять же растягиваю на большую площадь, не толстым слоем. Если будете там толстый 5-миллиметровый слоем вести, он весь, конечно, будет пачкаться, грязный, ну, неудобно. Короче говоря, выводить площадь для меня им очень удобно. Я, конечно, не уникум в шпаклевании. Кто-то, допустим, набрасывает на деталь шпаклевку и маленьким шпателем все разносит, потом счищает, все у него отлично получается. У меня же нет, если я накидаю вот этим шпателем на дверь, допустим, эту, на большую площадь шпаклевку, там будет все неровно, потом замучаешься точить, и все равно это будет неровно. Вот, это будет, для меня, например, это будет расход материала. Поэтому, если надо на большой площади что-то, я использую такой вот шпатель. Потом использую такой вот шпатель. Даже в основном в чаще его использую, когда есть так площадь ровная, в тонкую провести. Вот это отлично. После того, как я вот отшпаклевал, допустим, вот эту вот площадь такими шпателями, мне получается минимально нужно точить там с бруском, с машинкой, вот, уже ровно. То есть, считаю, что лучше нормально зашпаклевать, но потом меньше точить, чем наоборот, там, кое-как зашпаклевал и уже это рубанком там выводить все. Но опять же, это я по себе сужу, другие работают как хотят. Вот показываю площадь. Уже она такая приемлемая, вот рукой трогаю, никаких тут ям нет, ничего. Это у меня площадь после протяжки вот таким вот шпателем. То есть я его немного изгибаю и веду. Вот здесь, допустим, тоже накидана шпаклевка. Я ее сначала первый раз протягивал вот таким шпателем из ножовки у меня сделан. Протягиваю, видно, шпаклевки тут немного, шишки после рихтовки торчат. Сейчас я их немножко подобью. Вот, и уже потом протяну вот таким вот, чтобы у меня площадь была ровная. Этим шпателем, допустим, если я даю немного так вот, чтобы он овальный был, у меня все равно такая вот площадь овальная, она и получается выпуклая, ровненькая, без волн. А потом уже после того, как переточу, после этого шпателя, в основном даже уже повторная шпаклевка не понадобится, я вот тонкую пройдусь вот этим. Вот он отличный, можно сразу все провести и практически поверхность обрабатывать по минимуму потом. Еще один момент хочу показать. Вот я протяну вот таким вот шпателем
уже площадь. Один раз вот этот после первой протяжки. Смотрим. Практически уже ничего здесь поклевать не надо. Где-то полмиллиметрика, может меньше. Где уровень, это все дело ровненько здесь. Сейчас я возьму вот такой вот шпатель. И уже в тонкую все это финишно протяну. И после этого уже практически не надо будет ничего делать. Слегка рубаночком только подправить, и все будет нормально. Показываю примерное соотношение. Вот на такое количество шпаклевки. Вот столько отвердителя. Сейчас буду все это дело размешивать. Все можно наносить. В целом, что хочу отметить, что я в основном вот так набрасываю шпаклевку. Да, еще такой момент. После того, как я протянул первым слоем шпаклевку, я ничего там не перетачиваю ее. Там, то есть, ну, либо там надо чуть-чуть подточить, но после там просто обдул и заново также это начинаю шпаклевать. Либо же вот мне надо шпаклевка вот тут не переточенная. Можно смело на шпаклевку еще раз накидывать шпаклевку, ничего она там не отслоится, ничего с ней не будет. Так что в этом плане не надо там, может кто-то думает, что надо обязательно вот если шпаклевку накидать, надо ее переточить, чтобы риска была, а затем опять начинать шпаклевать, типа того, что адгезия, мол, лучше будет. Нет, она нормально подъедает и старый слой, и на химическом уровне связывается, то есть сколько вот работаю, никаких вот косяков, проблем не было, что я вот именно... Просто обдуваю, там не обезжириваю поверхность, не матирую именно на шпаклевку. Естественно, чтобы накидать шпаклевку, надо все заматировать поверхность, на которую будет шпаклевка накидана. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. На этом на сегодня все. Всем удачи, всем пока.